Первый дом по проспекту Ленина можно уверенно называть домом высокой культуры быта. За состоянием здания уже много лет тщательно следит председатель ТСН Владимир Фатеев. Работы хватает. Это одно из самых больших зданий в Самаре. 28 подъездов и почти 2000 жильцов. Ремонт здесь провели комплексно. Обновили кровлю, привели в порядок подъезды, частично заменили коммуникации. Чтобы на все хватало средств, жители открыли счет и регулярно откладывают деньги на капремонт. Особая гордость – 17 новеньких лифтов. 7 из них финские. По своим характеристикам превосходят лифты наши. Значит, они более энергосберегающие. Здесь бесшумность входа. С текущим ремонтом в доме справляются, но есть вопросы, которые требуют общих усилий нескольких ТСЖ. Поэтому товарищество собственников недвижимости «Проспект» вошло в ассоциацию ТСЖ района одним из первых. ТСЖ сложно живется у нас. Есть ощущение, что как доминирует управляющей компанией. Поэтому вот ассоциация, может быть, даст возможность нам как бы свои интересы отстоять, интересы собственников. Ассоциация ТСЖ Октябрьского района создается по инициативе самих товариществ собственников жилья, которые решили, что общими силами смогут улучшить качество работы. Ассоциация – это юридическое лицо, при помощи которого ТСЖ смогут решать рабочие задачи и юридические вопросы. Сообща можно решать вопросы и по благоустройству придомовой территории, на которую порой ТСЖ не хватает денег, а сообща, так сказать, через ассоциацию можно лоббировать в администрации выделения каких-то бюджетных средств. Сообща можно решать проблемы, допустим, по уборке снега зимой, да, нанимать технику через ассоциацию, допустим, на несколько, то есть по оптовым каким-то ценам, по сносу аварийных деревьев, то же самое, бригады нанимать сообща. Сейчас в ассоциацию ТСЖ вошли уже 115 товариществ собственников жилья. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, «События».